Снегоуборщик Honda. Многим известна японская фирма благодаря одноименной марке мотоциклов и автомобилей. Дачники обратили на нее взор, потому что компания выпускает еще разнообразную сельскохозяйственную технику. В частности, у дистрибьюторов бренда можно приобрести снегоуборщик Honda. Описание снегоуборщика Honda. Чтобы дача зимой была ухоженной, очистить территорию от снега быстро помогут снегоуборщики японские. Техника освобождает садоводов от утомительных физических нагрузок, превращая работы по расчистке участка в развлечение. Аппарат снегоуборочный Honda прост в управлении, но основные конструктивные особенности техники необходимо знать, на машинах установлен декомпрессионный двигатель, работающий на бензине, что позволяет запускаться даже при самых низких температурах в корпусе машины. Имеется дополнительный источник питания, стартер можно запустить и от аккумуляторной батареи установлена гидростатическая коробка. Передач размеры ковша позволяет обрабатывать быстро большие участки, высота подъема рабочего инструмента регулируется новейшей системой. Фрилок, снегоуборочные машины Honda снабжены тахометрами, позволяющими учитывать затрачиваемое на уборку время. Снегоуборщик Honda HS621 компания выпускает самоходный и несамоходный варианты агрегатов. По типу исполнения можно выделить такие модели: в традиционных ДВС запускают одновременно ходовую часть и шнековый механизм, в смешанных бензиновым мотором запускается шнек, ходовая часть работает от генератора электрического тока. Обратите внимание, каждая деталь в конструкции снегоуборщиков от болтика до двигателя изготавливается самим производителем. Это гарантирует качество и надежность, а также положительно влияет на стоимость. Модельный ряд. Японская компания выпускает несколько разновидностей очистительной техники, отличающихся ходовой частью. Гусеничные и колесные машины одинаково хороши. Чтобы решить, на каком варианте остановиться, требует рассмотреть модельный ряд снегоуборщика бензинового Honda. Гусеничные модели. Гусеница, установленная на снегоочистителе, позволяет равномерно перераспределять нагрузку, что обеспечивает устойчивость машины и хорошую проходимость. Эти модели можно эксплуатировать на неровном рельефе, благодаря надежной сцепляемости с поверхностью. Технические характеристики гусеничных моделей. Снегоуборщик на гусеничном ходу Honda управляется без усилий и поворачивается легким нажатием рычага. Шнеки быстро справляются с плотным снегом и ледяными комьями. При этом крошка, благодаря конструкции заборника, не разлетается в разные стороны. Колесная техника хороши модели и на колесах. Основное их преимущество – большая маневренность. Эти машины чаще используются на обширных территориях. Техника оборудована коробкой передач механического типа. Управляется снегоочиститель двумя рычагами, отвечающими за переключение скоростей вращения шнеков. Технические характеристики колесных моделей. Снегоочистительный заборник оборудован прочными шнеками, способными легко удалить с территории затрамбовавшиеся сугробы с примесями льда. Преимущество снегоуборщиков Honda – колесные гусеничные агрегаты считаются универсальной техникой, способной работать в любых погодных условиях и на площадях со сложными рельефами, есть возможность подстраивать скоростные режимы под условия работы системы управления. И запуска несложны, что делает модели доступными в эксплуатации рядовыми дачниками. Конструкция собрана таким образом, что полностью исключается травмирование оператора. Привлекают в снегоуборщиках красивый дизайн и демократичные цены. Недостатков, как таковых, потребители пока не выявили. Критерии выбора. Чтобы приобрести снегоочистительную технику, в первую очередь, стоит ознакомиться с техническими возможностями агрегатов, то есть заглянуть в паспорт. Остановив выбор на бензиновом уборщике, как автономной модели, определяются с другими критериями, выбирают колесный или гусеничный. Ход. С учетом характеристики и размеров территории, которая будет убираться, следует присмотреться к шнекам. Если нужен деликатный подход на кафельной плитке, например, то лучше, если данная деталь будет обрезиненной. Если необходима хорошая маневренность, то ее обеспечит более легкий агрегат. Кого-то при выборе привлечет мощность двигателя, кого-то производительность техники. Все эти параметры указываются в прилагаемых к уборщику документах, как и рекомендации по его использованию. Снегоуборщик Honda HSM 1380 AE. Инструкция по эксплуатации.
Несмотря на то, что Honda выпускает несколько разновидностей снегоуборщиков, принцип действия у них одинаков. Владельцу нужно усвоить некоторые моменты пользования техникой, чтобы она прослужила как можно дольше, прежде чем приступать к работе. Нужно досконально изучить местность на наличие препятствий и посторонних предметов. После включения двигателю необходимо дать возможность несколько минут поработать на холостом ходу, чтобы прогреться. Не рекомендуется использовать технику в темное время суток. Очистку территории проводят только в отсутствие людей и животных в зоне выброса снежной массы. Перед каждым запуском все основные узлы подлежат осмотру и при необходимости регулировке. Важно, закончив работу, очищают выводной желоб. Делать это следует только при отключенном двигателе. Сервисное обслуживание и ремонт. Снегоуборщик Honda требует тщательного ухода за собой и аккуратной эксплуатации. Если возникает сбой в работе, не стоит самостоятельно устранять проблему, несмотря на простоту конструкции. Купив технику, рекомендуется сразу же заключить соглашение с сервисным центром на техническое обслуживание агрегата. Он же проведет необходимый ремонт, сделав все быстро и качественно. 00 Volt Article Rating.